Откуда берутся деньги и когда можно говорить с ребенком о финансах? Об этом в новом выпуске «Про деньги» – совместный проект Сбербанка и Первого Приднестровского. А вот представь, возле садика ты найдешь целый мешок денег. Что ты будешь делать? Я бы куплю замок с единорожками. Расскажем, как отвечать на неудобные вопросы, например, сколько зарабатывает папа, или почему у одноклассника телефон дороже. Просто и понятно. Еще пример. Платить ли детям за оценки? Материальное поощрение за каждую пятерку или за каждое сделанное по дому дело – это никуда не годится. Мы таким образом формируем опоры на внешнюю мотивацию. И ребенок думает, что выучить урок – это такое достижение, за которое ему необходимо получать финансовое вознаграждение. Когда он станет старше, он поймет, что жизнь сложнее и не платит за каждое движение. Нужно ли ребенку давать карманные деньги? Сколько и с какого возраста? Как научить копить? Ответы на все вопросы в проекте «Про деньги» сегодня после программы «В путь по-новому».